С 1 апреля в багажных отделениях самолетов нельзя будет провозить литий-ионные аккумуляторы. Батареи такого типа используются в большинстве современных устройств. От сотовых телефонов, портативных компьютеров, видеокамер, фотоаппаратов до некоторых видов электромобилей. Запрет ввела Международная организация гражданской авиации, в которую входят почти 200 стран, в том числе Россия. Такая мера принимается ради безопасности. Аккумуляторы могут самовозгораться, вызывая пожары с температурой горения свыше 593 градусов Цельсия. Это близко к температуре плавления алюминия, который используется в авиастроении. Кроме того, газы, которые испускают перегретые аккумуляторы, могут накапливаться в грузовых контейнерах, а это может привести к взрывам. Запрет будет снят после разработки новой огнестойкой упаковки. Пока же аккумуляторы можно провозить только в ручной кладе.